вышла статейка о том, что Милохин уже пожалел и обратился к продюсерам Первого канала и просится на работу. Но он забыл, что он подставил Первый канал. И он просится теперь попасть на шоу «Выжить в Дубае». Честно, давайте продвинем эту идею, ведь мне как раз ехать никуда не надо. Готов работать. А вот экс-депутат Роман Худяков сказал, что Милохин после позорного побега сможет устроиться только дворником. А я хочу добавить вот к высказыванию депутата Романа Худякова. Пусть Милохин срочно изучает гимны стран мира на их родном языке. Например, «Серкую шкуру кям, элге бах наджет» и так далее. Так, пусть изучает, только потом его возьмут дворником. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.